Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. А перед началом ролика хочу посмотреть на канал Хабибов. Он снимает годный видосик, а именно ловля имущества, походы в казино, покатушки и не только. На его канале вышло новое видео. Всем советую посмотреть. Почему? Потому что здесь проходит конкурс на 1 миллион. Подобная информация именно есть под этим видео. Ссылочка на его канал будет в описании. Подписывайтесь, участвуйте в конкурсе и желаю вам приятного просмотра. Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм. Мы сегодня мы играем в Крималочку на сером 1 Хули Плей. Первый сер, у них здесь Кирилл Путбуль. Итак, чуваки, просто сегодня будет самая охуенная серия за последнюю 1000 лет, блять. Ну, грубо говоря, короче, да. Ко мне в руки попал новый модпак. Я, честно, еще в автосалон сам не ездил, не смотрел, но посмотрел свои машины, которые у меня есть. Я просто охуел, пацаны. С вас обязательно просто лайки, если что это не клипбейт, действительно ко мне руки попал новый модпак, который скоро выйдет. И сегодня мы его посмотрим. Ну что ж, погнали. Чё, пацаны, новая бэха? На самом деле, блин, я обожаю Е60, но видите, вместо Е60 сделали М5 F90. Вот так, в принципе, она выглядит, я думаю, довольно-таки, ну, нормально выглядит, в принципе, достойно, я думаю, прям заебись. Как бы, да. На здоровенская еще пиздец просто. Но я все равно как бы поставлю Е60 вместо этой BMW, потому что мне больше нравится кузов Е60. Погнали дальше. Вот как теперь выглядит Yamaha. Это не Yamaha, а теперь Ducati. Вот так вот теперь. Ну, на самом деле, блин, я тоже, наверное, верну Yamaha, потому что Yamaha мне нравилась больше. Как бы надеюсь, что меня за это видео не деактивируют. Хотя, скорее всего, могут, конечно, да, за, типа, то, что я слил, типа, модпак, но у меня есть ссылка, да, я могу ее ставить, но я этого делать не буду, потому что я считаю, это неправильно, лучше дождитесь, пока выйдет уже официальный модпак и сами его посмотрите. Ну, а так вы можете посмотреть пока что у меня, какие новые машины и так далее. Вот так теперь выглядит Mercedes E63, я так понимаю. Ну, такое себе, конечно, на самом деле, да. Ну, такое себе. Ну, тоже прикольно, чё. Я лучше свой мод на диске, кстати, поставлю, потому что, видите, здесь установлю свой мод на диске. Кстати, к удивлению, модпак весит очень мало, 700 мегабайт. Я просто, я думал, он будет весить, ну, гига 2, наверное, гига как минимум. А он весит всего лишь 700 мегабайт. Сейчас будет, пацаны, самое просто сладкое. Я думаю, вы готовы, да? Просто, блядь, бомба, реально, просто ядерная бомба, а не машина, блядь. Я реально просто в шоке от этой тачки. Я просто охренел, когда я увидел. Серьезно, я просто охренел. Вот те, что номера, Мазингер П, чтобы там не писали, что я сам этот модпак сделал, блядь, или выдаю его за мазинговский. Это действительно модпак будущий, который скоро выйдет, а Мазинга, если что. Вот, блин, ну... Просто ламба космическая, реально. Я так и знал, что нужно было ее брать. И я не пожалел, серьезно, я не пожалел. Поэтому сейчас мы, короче, движемся в автосалон. Посмотрим там все машины, просто все. И потом уже посмотрим скины. Потому что, думаю, самое сладкое, это, конечно же, машины. Так, вот, все, мы приехали. Какая же просто ламба, реально сочная. Это теперь не Авентадор, это Хуракан Спайдер, по-моему, или что-то типа такого. А, Родстер, по-моему. Это Хуракан Родстер, короче. Что-то типа такого, я точно не помню. Но, блин, выглядит очень охуенно просто. Реально, вот это уже уровень, пацаны. Вот это уже уровень. Сейчас посмотрим полностью весь модпак. Честно, я еще не смотрел даже. Я буду сейчас удивляться так само, как и вы. Просто, понимаете? Так, ну, велосипед, это понятно. Ну, скутер, в принципе, это было. Было, было. Сейчас перейдем к самому сладенькому. Будем постепенно идти. Так, у вас остался. Угу. Сейчас, блин, не знаю, меня что-то удивит. Вот ламба, реально, я охуел просто от нее, когда я увидел. На скинах, да, тоже классно выглядит, но вживую это пиздец, пацаны, это пиздец. Вживую это просто космос. Это просто, блин, реально, это жесть. Так, что у нас рапит? Ну, по-моему, он был, если не ошибаюсь. Так, шаха осталась, в принципе, Ишпланета, вас... Так, восьмерочка. Угу. Сейчас к иномарочкам, думаю, постепенно перейдем. Так, Лада Веста. Это теперь у нас Реношка. Угу.
Рено, не знаю, какая, по-моему, это... Логан, по-моему. Это что, по-моему, Логан, если я не ошибаюсь. 450 тысяч, Лада Веста, окей. Так, четырка осталась четыркой. Угу. Десятка осталась десяткой, это понятно. Сиат остался сиатом. Форд Фокус. А что, блядь? Форд Фокус, это будет Kia Stinger? Блядь, ну он же не едет. Серьезно, вот это плохое, плохое решение, потому что Ford Focus вообще не едет. Зачем было Kia Stinger на него ставить? Ну ладно, в принципе, бывает что. Приора новая, в принципе, да, заебись. Приорочка, приорочка. Так, Volkswagen, Lincoln остался. Тринашка теперь обычная, не спортивная. Печалька. Так, Honda Civic, так и осталось, Seat так и остался. GMC так и осталось. Ford Mustang, это теперь Ford GT. Ой, блядь, Ford GT. Dodge Charger теперь это, короче. Бля, ну солидненько, блядь, смотрится, конечно, да. Неплохо. Бля, жестко, конечно. Я что-то охуеваю от модпака, на самом деле. Блин, вот хреново, что я палю, какие машины будут какими. И сейчас начнется полный пиздец из-за моего видоса. Так, Audi S8, это теперь Camry. Не, ну нормально, что заменка, в принципе. Но я не уверен, что она будет популярностью пользоваться, ну ладно. Так, Lexus LX остался Lexus'ом. Ох, какой волчок, бляха-муха. Вот это сососка просто, блядь. Вот это я понимаю. Бля, красивый, красивый волчок прям, охуенный. Так, мультик. Блядь. Lancer это теперь RS7. Бля, охуенно чё. Реально охуенно. Просто реально круто. Так, кабан. Ну, вернули, по-моему, старого кабана. Если я не ошибаюсь, да. Так, Mustang, это Mustang. Hyundai. Hyundai это теперь Toyota BRZ, или как она? Toyota GT, короче. Ну, типа такого. Это у нас Hyundai, да? Subaru Impreza теперь Lancer. Ну, я так и думал, в принципе. Это и так было понятно. Как бы, да. Так, Пыжик остался Пыжиком. Yamaha R1 теперь это Ducati. Nissan Silvia теперь Nissan GTR R34. Так, это у нас было. Так, ага. Ага. Acura это теперь Jaguar. Это теперь Jaguar. Бля, ну, солидно. Ну, блин, все равно, блин, это, по-моему, передний привод, если не ошибаюсь, да? Acura. Так, BMW 850 не трогали. Range Rover Evoque не трогали, к сожалению. Mercedes 63 AMG. Крузак это теперь Cadillac Escalade, если что. Потом Chevrolet Camaro остался Chevrolet Camaro. BMW X5. О, красавчики вернулись старого X. Вот это реально вожуха просто. Cadillac это теперь Mazda. Ну, такое, блин. Сейчас бы из Кадиллака делать Мазду. Ну, я, конечно, не модпакер, но... Так, ага. Mitsubishi осталось Mitsubishi. Range Rover SV теперь это... Да, пацаны, да, вернули ваш Сугурбан. Вернули ваш Сугурбан, короче. Ну, BMW M5 60 теперь это BMW M5 F90. Гелик теперь стал покрасивее, в принципе. BMW M2 это BMW M2, BMW i8 это BMW i8, Audi R8 это Audi R8, Ferrari FF это Ferrari FF, как и была, Nissan GTR, ну, как и был, по-моему, я просто вообще на старом отпаке играл, которому года 2, наверное, или год, Lombardo, блядь, это соска, сука, так, Maybach, ну, как и был, в принципе, и Rolls-Royce, как и остался, в принципе, блин, вот и все, из машин. На самом деле не так уж много заменили, но не знаю, заебись в принципе, классно. Классный модпак, сейчас посмотрим какие скины. Машины мне понравились, ну практически все реально. Я бы хотел, чтобы просто Yamaha вернули как была и E60 и все. А так модпак в принципе очень хороший. Так, давайте теперь посмотрим скины в принципе, что там у нас новенького появилось. Я думаю, это будет интересно. Это будет, думаю, реально интересно. Так, смотрим. Смотрим, что у нас тут есть. Будем все скины смотреть. Будет такой подробный обзор модпака. Как бы да. Не, ну заебись. Пока что ничего нового не вижу, конечно. Но надеюсь, что все-таки
О, дай денег. Вот это новый скин, блядь, заебись. Нормально, чё. Очень даже неплохо. Так, идем дальше. Это было, это было. Это, по-моему, было тоже. Если буду что-то новое замечать, буду говорить. А так буду просто пролистывать. Просто я не. Я буду подряд все смотреть, мало ли что-то я пропущу. Интересные. Так, это у нас было. Блин, на самом деле, да хрень сейчас скинов в магазине одежды, я так что-то понял. Что их реально очень много. Прям очень много. И все они просто разные. Так, ага. Ага. Окей. По-моему, вот этого чувака не было, если не ошибаюсь. Это был, 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 был. Извиняюсь, что я не с таким прям пиздец настроением, потому что сейчас, блядь, 4 утра. Я записываю для вас видео, поэтому я немного устал, поэтому прям пиздец веселым видосик, я думаю, не будет. Но зато вам покажу все, что, в принципе, вам нужно. По-моему, это было. Фу, ебать, он тут что-то скинул дохуище как-то. Вам не кажется так? Как мне кажется, что-то дохуя скинул, блядь. Так, это я не помню, блин. То, что реально буду замечать, то я буду говорить. А так пока что я никакой разницы не вижу. По-моему, особо скинов не добавили. По-моему, скинов в ДПС добавили, во фракциях новые скины, по-моему, добавили. А именно гражданских скинов я не знаю. Добавили, не добавили. Сейчас, в принципе, посмотрим. Я буду реально до конца листать. Кому не интересно, можете перемотать, хотя вы можете пропустить какой-то скинец. Интересно. Ну, по-моему, пару скинов со старым пока даже вернули. Либо я, блин, никогда скины все не смотрел. Что-то реально я не помню, что скинов много было, это пиздец. Бля, еще кнопка. Заедай, давай, алло. Быстрее можно? Это тоже было, это было, это было. Это было, это было, это не помню. Ну, почти все, что... Ну, по-моему, скинов вообще не заменили. Походу, да? Что-то вообще тухленько. Хреново, конечно, хреново. Может, хотя бы дорогие скины заменили? Давайте почекаем. Элвис Пресли. Так, давай дальше. У него же палец устал клацать. Давай, дальше, дальше. Надо было, наверное, с конца начинать. Так, я вот честно не помню, какие скины даже были, какие не были, потому что вообще со старым отпаком играл. Вузи. Так, вот мы перешли к дорогим. Ну, мне кажется, из дорогих ничего даже не изменилось. Походу, вообще скины не трогали, да? Да. Вообще скины не трогали, короче. Ну, понятно, что. Погнали дальше. Будем смотреть машины фракции. Ну, в ДПС особо ничего не поменялось, вроде бы как. Форды, Дукати. Ну, Дукати вы сами знаете, что их заменили, поэтому тут смотреть нечего. Так, вот в ТРК... Ой, не ТРК, блин. СМИ уже поинтереснее. Видите, новые скорой помощи. Ну, это Лансер, если что, кто не знает, да. Что-то он совсем подсел. Конечно, ну, что, нормально, блин, нормально, мне нравится. Ну что ж, думаю, на этом мы будем заканчивать, потому что, ну, смысла ездить по всем фракциям, показывать, я думаю, в этом нету смысла, самое основное я показал. Уже когда официально выйдет модпак, вы сможете сами все посмотреть. Всем спасибо за просмотр, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал и всем пока-пока. I said, man, I'm alright. Little did I know I'd be crying all night, 'cause I was from the city.